Когда я увидел материалы Христианской открытой академии, когда я понял, кто будет преподавать, и тот главный концепт, я просто не поверил, что вот это случилось. Поэтому с огромным удовольствием, с колоссальной радостью мы откликнулись с моей пасторской командой. С первых же лекций мы поняли, что мы попали вот в десяточку, отправившись с большой командой служителей нашей общины, и что особенно радует, с немаленькой частью молодежи нашей общины. Конечно, когда у меня на моем столе, в моем домашнем кабинете, в компьютере сидит Джон Ленокс, я могу задать ему вопрос, то есть оксфордскому профессору, мировому авторитету в апологетике мирового класса, конечно, это как-то даже не верится, что так бывает. Когда Уэйн Грудем читает мне лекцию, мне надо просто повернуться и взять его книгу с моей книжной полки. Вот она вот здесь в зоне досягаемости на расстоянии вытянутой руки все эти годы. И когда один из американских профессоров рассказывает мне об истории Украины, то, что мне, историку по образованию, вызывает у меня этот самый как вау-фактор. Я говорю, ничего себе, как я мог это пропустить. Это мне, украинцу, рассказывает преподаватель университета в США. И замечательные спикеры были также из Острожской академии. Прекрасное впечатление осталось, и профессионалы своего дела. И с каждым месяцем наше удовлетворение от учебной программы только возрастало. То есть нас не обманули оберточкой на входе. Это действительно отличный материал, великолепный уровень. Духовное оздоровление в моей общине, я бы сказал, совершилось через эту программу. Те корректировки духовные, которые она вносила в нашу жизнь, они уже реальность в моей церкви. Всего лишь прошло 7 месяцев, многие вещи уже начали работать в моей церкви, что-то подкорректировано. Считаем это одним из лучших наших решений, принятых как лидерами за последние, наверное, 1,5-2 десятка лет. То, что дает Христианская открытая академия, это очень здоровое, очень качественное такое вот мяско. Поэтому огромное спасибо всем, кто трудился и трудится по развитию этого курса. Вы меня удивили. Вы сделали что-то, что я, ну, даже и не мечтал увидеть вот в Украине в ближайшие годы. Всем респект и полный вперед. И очень прошу лидеров постсоветского пространства особенно, отправляйтесь сюда учиться и отправляйте свои команды и особенно свою молодежь.